Дом номер 30 на Рузаевской – бывшая больница, построенная в далеком 1937 году. В жилой фонд она попала несколько десятков лет назад, будучи отпозиционирована как временное жилье. Однако, как уверяет народная мудрость, нет ничего более постоянного, чем временное. Раньше я так на квартире, а потом вот в это, как ее дали по Рузаевской 30. Там туалет, там ребят. Я этого 30 лет в садике проработала. 30 лет в детсадик в Черемушках проработала. Муж умер. 24 года вот одна. Прежнее жилье далеко от центра города. Из инфраструктуры шаговой доступности развалины советских учреждений и кустарник. Магазины, больница, школа – все далеко. Поэтому новой квартиры Елизавета Кузьминична довольна. Шутка ли, жилье в два раза больше того, что было, да еще и в самом центре. Очень нравится, хорошо. Спасибо, дай Бог всем здоровья. Там вот солнышко, и тут солнышко. Вот балкон сделал, сын приезжали, балкон сделали. Вот теперь все хорошо. В новый 12-квартирный дом с Рузаевской 30 переселено несколько человек. Довольны все и всем, особенно планировкой. Ну, удобно кухня. Вот. Кухня удобна, самая. Конечно, там одна комната, она большая, но длинная, узкая. Ну, так нормально, в принципе. Вторая комната там тоже нормальная. Но для меня самое главное – вот кухня. Что для женщин? Кухня. В отличие от кухонь в советских хрущевках, где подчас вся семья просто не помещалась, в этих кухнях можно проводить даже небольшие семейные праздники. Это новация от застройщика. Планировка, кухни старались сделать большие кухни, потому что в основном все женщины проводят больше в кухне, мужчины, и поэтому за столом сидеть, столовые тоже вместе сидеть. Переселение с Рузаевской идет полным ходом. Прямо во время съемок счастливые переселенцы грузили мебель на старом месте и разгружали по новому адресу – переулок Аптечный, номер 3. Работа по национальному проекту «Жилье и городская среда» ведется по всему региону. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Ульяновской области планируется расселить 44 тысячи квадратных метров аварийного жилья, переселить 2500 человек из 136 многоквартирных жилых домов. В программе переселения в рамках нацпроекта участвуют 12 муниципальных образований, в том числе 4 муниципальных образования приступили к ее реализации уже в этом году. Это Синделяевский, Индийский, Ульяновский районы и город Ульяновск. Бывшая больница на Рузаевской 30 будет полностью расселена до конца этого года. 35 семей наконец-то получат современное жилье. Всего по Ульяновской области в ближайший период планируется переселить свыше 300 семей. О том, что этот нацпроект один из самых приоритетных, не раз заявлял президент России Владимир Путин. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.